Привет, бойцы! Марти на связи, и сегодня мы немного отдохнем от ролевых проектов и погрузимся в обычную воскресную пострелуху, которую я начинаю с весьма ограниченным арсеналом, а почему, объясню чуть позже. Сначала сценарий. В игре участвуют две стороны — синие и желтые. Я играю за синих. На полигоне расставлено 10 флагов обоих цветов. Наша задача — забрать флаги синего цвета и не дать противнику захватить желтые. На старте игры я решил отложить привод в сторону и ломануться за самым дальним флагом с одним лишь пистолетом, чтобы опередить противника. Остальные наши бойцы уже распределены по остальным точкам. Посмотрим, что из этого выйдет. 3, 2, 1. Погнали, блядь! Давай, вот туда, по дороге! Бежали мы очень быстро, но противник как-то успел добежать до центра полигона быстрее нас и срезал меня очередью. Обидно, конечно, но зато большая часть нашей головной группы успела добежать до зарослей, а там и до флагов недалеко. Пока я бегал впустую, наши парни явно не скучали и успели скоммуниздить один флаг, так что пока что мы впереди. Когда я наконец добрался до поля с флагами, наш боец как раз шел с одним из них, и поскольку он был вооружен куда лучше меня, я оставил его оборонять этот сектор, а сам отправился с трофеем на мертвяк. К этому моменту противник также захватил как минимум один флаг из пяти. Пока что у нас есть фора, но это ненадолго. Противник, стреляй! Он ворует флаг! Короче, счет сравнялся. 2-2. И поскольку бои приняли уже позиционный характер, а с пистолетиком тут особо не навоюешь, пора бы расчехлять мой привод и приниматься за дело по-серьезному. Кстати, а вы не забыли, что скоро Хэллоуин? А значит, пора проходить хэллоуинские спецоперации. Ужасы из давно забытых кошмаров вернулись вновь. Проходи новые жуткие операции в World of Warships. В первой тебе нужно сопроводить корабль Трансильвания в безопасное место, защищая его от атак одержимых темными силами катапульт и кораблей, и победить в конце маршрута зловещего и опасного босса линкор Распутин. Во второй спасти королевство от вторжения чудовищ, управляя передовыми кораблями королевского флота, чтобы спасти мирных жителей. Также принимай участие в новом режиме «Сумеречная охота», где тебя ожидает охота за трофеями и королевская битва против других игроков. Сражайся, зарабатывай тематические награды и переживи все ужасы Хэллоуина. Регистрируйся в игре по ссылке в описании и забирай большой набор подарков. Пора играть! И да, к сожалению, на этой игре скоуп-камера на приводе меня подвела из-за битой флешки, поэтому большинство фрагов заснять, к сожалению, не удалось. Обеим сторонам осталось захватить всего по одному флагу. Кто сделает это быстрее, тот и победит. И пока одна наша диверсионная группа занимается захватом, я с остальными занял оборону возле последней желтой точки. Они будут сейчас всеми силами атаковать это здание. Держи. Одного снял. До бревен добежал! Скину ему гранату. Подожди. Дым пошел, аккуратно! Да, в бревен. Где? Слева, справа говори. По центру. Все, понял. Еще одну гранатку ему кину, попробую. Все, за бревнами, по идее, чисто.
И пока противник всеми силами штурмовал это здание, позабыв об обороне своей последней точки, наша диверсионная группа проползла у них под носом и стырила последний флаг. Этот раунд остался за нами, и пока стороны меняются местами, есть время немного подзарядиться и забить подсумки гранатами. Кстати, выражаю благодарность кузне Сварога за их бюджетные гранатки Сварга 4, которыми я с удовольствием пользуюсь последние пару лет. Внутрь, 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 внутрь. Держи угол, а то опять обойдет. В окна, окна. Противник в коридоре, в соседней пристройке. Штурмуют из соседней пристройки, через центр. Убит. Что-то в этом раунде игра у нашей стороны не заладилась с самого начала. Нам, конечно, удалось быстро захватить те самые два флага в поле, а дальше наступил конкретный затык, и нам пришлось уйти в оборону. О, флаг, флаг вижу справа, контролирую его. Зачем взять? Это наш флаг. Его контролировать надо. По тополям идет. В общей сложности на этом месте я просидел минут 30, периодически отбивая безуспешные атаки противника, пока один из их бегунков в наглую не скоммуниздил наш последний флаг, пока я заряжался. Итоговый счет по раундам 1-1. Короче, победила дружба. Если что, так называется полигон, на котором мы играли. Надеюсь, видео вам понравилось. Заранее благодарю за ваш лайк. Не забудьте посмотреть предыдущие видео. И как всегда, помните о безопасности и бейте в цель.